всем привет! С вами все вот Боткин. Мы будем играть в FNAF 4. Блин. В демо FNAF 4. Что неудивительно, да? Ну, на самом деле это фанатская версия 4. 4 FNAF 4 демо. Потому что я не думаю, что Скотт так бы быстро сделал. Да и вы тоже так считаете, так что. В принципе, можно бы посмотреть, что тут интересного. 7:00, 12:00. Тут у нас какой-то аниматроник. Что за аниматроник? Выбили. Что мне выбрать? Право, налево, направо, налево. Давай направо. Что направо, интересно? Что за это? Что за мишка? Бим-бим-бим-бим-бим-бим. О, как он. Музыка. 6 утра. Да. Очень необычно, конечно. Очень. Ладно, что. О, музыка это. Из хорошей концовки это очень хорошо. Ладно, что можем еще мы увидеть в этой игре. В принципе, что-то в ней должно быть интересно. Так, что у нас тут? Hello. Play audio. И... Ну, свет вернулся. О, Фредди. Фредди нам колыбельную играет. Забавная очень демка. И что еще будет? Автор, наверное, этой фанатской версии чисто понабегал разные концовки. Давайте их все рассмотрим, как их можно сделать. А что будет, если мы пойдем налево? Так, у нас принято. Ты нафиг, я не хочу к тебе это. Я хочу. Ты жадный. Ладно. Не я. Игра закрылась. Что? Как она, мать твою, закрылась? Закрылась, понимаете? Да, вылетела. Да. Очень интересная, конечно, игрушка. Вообще, она сделана вообще на основе Бен Старых. Что если мы идем? Вообще нельзя, только мы идем вперед к этому и выигрываем. То есть это один способ пройти эту демку, конечно. Блин, как-то не по-скотовски. Вообще игра называется Five Nights at Trollolol. Именно если смотреть в заголовке игры. Ладно, а ну посмотрим, какие тут еще есть различные там типа сцены. Вот что будет, если мы нажмем сюда. Hello. Так, ну мы играем аудио. Исчезает. Это заканчивается свет, и мы проиграем. Очень. Ладно, хватит свою музыку играть, давай. До свидания. Блин, конечно, очень забавная фанатская версия тут. Чисто как прикол вообще. Он вообще чисто как прикол это было сделано очень. Ну вот, если мы будем нажимать. А ну вот, если мы это. О! Мы нашли мини-игру. Где мы это за пацана? Это пацана. Фредди!
Фредди, дай я в него! Дай я в него! Да, не потянусь. А это ты? Чё за кусок говна? Да тебе, Фредди! Опустите к Фредди! Пустите, ёпта-рапа! Ладно. Что это за рыба? Это вообще нарезка из скримеров этого Спрингтрапа. Типа там, когда показывают, когда... Такие какие-то... Втаскивающаяся морда. В принципе, мы посмотрели все, какие тут возможные концовки могли быть. Так, в принципе, все фанатская версия неплохая. То есть... Ладно, сделаем последний раз еще с хорошей концовкой и закончим уже обзорик такой короткий у нас. Это еще музыка выставляет. Не-не-не-не-не-не, я Мэри Эннетка, я танцую на-на-на. Блин, а потом было музыку реально, потому что сегодня танцевать такой бин-бин-бин-бин-бин-бин. Блин, зачем играть на уже так хоп-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 хоп. 16:06. Короче, всё, вот. Всё, что можно было показать в этой игре. Ссылку я оставлю всё-таки в описании. Посмотрите сами. Я уже не знаю, что сказать, блин. Мне просто прикалывает, насколько прикольно это сделано демка. Да, тут еще на фон взят этот тизер-картинка с сайта Скотта, то есть это Nightmare Freddy. Тут New Game такой вообще, такой дизайн мастерный. Короче, если вам понравился ролик, ну, ставьте тогда пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не знаю, что так я показываю, когда говорю подписываться, ну, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь с друзьями, все, пока, Эдмар Фредди, пока.